Вокруг Нового Златоуста в скандинавском стиле. В Доме творчества Гайдаровец открылась секция северной ходьбы для ветеранов. Событие для почетных горожан было очень долгожданное. Почему, расскажут наши корреспонденты. Руководитель клуба ветеранов по месту жительства и известная в городе активистка Любовь Липовая на тренировке в первых рядах. Говорит, секцию скандинавской ходьбы собирались открыть давно. И как только дождались покупки специальных палок, сразу вышли на тропу здоровья. Сегодня на базе вот, Дома детского творчества, именно вот этого здания, открывается клуб здоровья по скандинавской ходьбе. И самые теплые пожелания от главы я уже ветеранам сказала, потому что люди старшего поколения, они достойны внимания. На первом занятии свои силы решили попробовать 20 участниц городского клуба ветеранов. После обязательной разминки активистки отправились на тропу здоровья. Жизнерадостные горожане стартовали от Дома творчества Гайдаровец, прошли по улице Тульская и детскому парку в районе Машзавода. 1,5 километра дались легко и обеспечили заряд бодрости на весь день. Уже слышала об этом. У нас девочки занимаются на вокзале, и они говорят, знаете, говорит, вот что-то вот в груди говорит, открывается, воздуху больше, на свежем воздухе идешь и не задыхаешься, и опор уже, во-первых, на палке. Сила в ногах. Уже как бы мышцы работают, вот такие они делаются сильными, крепкими, а не то, что как идешь и нога под это подворачивается. Вот именно это ходьба для укрепления суставов наших. Встать на тропу здоровья жизнерадостные горожане смогли благодаря поддержке главы округа Вячеслава Жилина. Он же несколько лет назад поддержал их идею открытия клубов по месту жительства. Теперь при Доме творчества Гайдаровец работает несколько секций и кружков для людей старшего возраста. Они обсуждают интересные темы и встречаются с представителями пенсионного фонда и соцзащиты. А теперь еще и будут активно заниматься скандинавской ходьбой. Решили на первых порах получать заряд бодрости раз в неделю по субботам. Потом нагрузка постепенно увеличится. Встать на тропу здоровья и поднять себе настроение приглашают всех желающих златоустовцев.